Эта история войны была еще до вайпа на Найскрафте, а это сервер, на котором разрешено гриферство и творится полное безумие. Все началось с обычной прогулки по пляжу, на котором мне и пришла мысль о войне с кланом Адреналина, ограбление века. Но для этого мне нужны были смелые и преданные воины, армия, которую бы боялись все на этом сервере. Я собрал небольшую банду на спавне, и мы вместе ринулись на первый рейд в базе Адреналина. Оказывается, за нами была слежка, это был агент Адреналина. Я и моя банда спрятались за невысокой деревянной стеной и разрабатывали план, как нам убить его. Пока мы думали, он подошел сзади и сразил всех своим мечом. Я вернулся, мне скинули шмоток, но мы снова полегли на землю. Не время отчаиваться, сказал я, ведь у меня появились сведения о нашей базе. Уходим, 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 уходим. Там наша крепость, все уходим, ребята. Ночью мы отправились к ней. Конечно, с небольшими потерями, но думаю, ничего страшного, ведь добрались же. В крепости я сразу же обшмонал сундук с хорошими сетами для войны. Приоделся в один из них, а остальные раздал другим подписчикам. Кстати, если ты еще не подписан или не поставил лайк, то обязательно сделай это, ведь это бесплатно, и ты сможешь отменить это в любое время. Адреналин позвал меня к себе, поэтому я сложил свои вещи в сундук и отправился к нему. Это ферма железа? О, ничто. Серьезно? Очень странно, но он мне скинул железо, с которым я быстро побежал домой и смастерил всем сеты. Я люблю роллы. Обезопасил нашу кровать, срубил бамбука, скрафтил палок, а уже после них железные топоры сделал. Теперь ясно, кто все алмазы потратил. Опа, алмазики. Создал из них ботинки да шлем. 7 щитов надел, чтобы могли отбивать удары мечей и стрел. Теперь осталось распределить наше войско по флангам. Когда мы уже были готовы выдвигаться на рейд, случился неожиданный поворот. Они окружили нашу базу и начали штурм. Они были под действием зелья невидимости, ночью их было едва заметно. Перед носом бегал один из них, убивая всех на нашем пути. Я выследил его по горящему контуру и убил. Подобрать ресурсы толком я не успел, ведь меня отвлекли. Лег другой сторонник Адреналина. Решил прогуляться за стеной, но думаю, это было зря. Вернувшись обратно, я обнаружил еще одного неприятеля. Попытался убить его, но он был слишком силен, и я пал. Ночью мы собрались недалеко от их базы и были готовы начать штурм. Правый фланг, наступайте. Я верю, вы сможете. Левый фланг, вы должны выдвигаться вслед за правым. Вперед. Вперед, ребята! Что? Они проиграли? Пока мы добежали, большинство наших погибли, а нас уже ждали. Щиты наготовься! Щиты наготовься, ребята! За мной! Я спрыгнул в пещеру, через нее мы отступили на горы. Нас пытались сломить, но мы держались до последнего. Одного из них мы окружили и даже умудрились убить. Про своих ты тоже не забыл. Респект. Я понял, что если мы сейчас тактически не отступим, то сражаться будет уже некому. Бегали мы недолго, ведь у наших врагов были эндерперлы. Когда нас осталось двое, мы смогли добить алмазника. А вот на последнего железика сил уже не хватило. Чё? Адреналин посочувствовал нам и захотел помочь. Ты идешь ко мне, я тебе сейчас даю кучу алмазов, ты уже распоряжаешься как хочешь. Слушай, ну замечательно. Вот. Ничего себе. Ничего. А железо есть? Железо есть, Яш, но надо было... Не... Ладно, держи железо, вот сейчас я буду выбрасывать. Вот, железо. Спасибо. Так, ты куда? Я здесь. Так. Железные блоки? Ничего себе. Естественно, алмазы я пустил на новые сеты, которые давал только самым достойным воинам, а остальным скидывал железо. Не, ну а чего вы ожидали от меня? На дворе кризис, справляемся как можем. Сэкономленные ресурсы я сохранил в сейфе на черный день. Немного зомби-апокалипсиса в нашем выживании, и с рассветом отправляемся в бой. Я приказал половине наших солдат нападать с одной стороны, а в это время другая часть войска со мной должна была идти со стороны спавна. Тактика получилась не очень, и нас по традиции прибили адреналиновцы. Дома я прибежал к моему надежному хранилищу, да разрушив его, понял, что его ограбили. Классно.
Не знаю, о чем в тот момент я думал, но, по-моему, я мыслил о подземном подкопе. А зачем мне нужен был динамит? Хотя сейчас это не важно, узнаем позже. Первой проблемой стала пещера с не очень гостеприимными жильцами. Назад, ребята! Мое барахло после смерти вернули, и мы продолжили копать онлайн. Немного промахнулись с траектории прохода, и пока не поздно сменили путь. Но это был поворот не туда. Ха, ладно, я прикалываюсь, это не хоррор-фильм, хотя здесь было действительно опасно. Сваливаем, пока не рвануло! Не уверен, конечно, что врагов подорвала, но бой затих. Расставляйте динамит. Чем больше динамита, тем лучше будет. Опять произошла неприятная ситуация. Где свет? Я, конечно, смог выжить в отличие от остальных, да снова принимал новых бойцов. Наконец-то мы добрались до базы адреналина. Осталось только все взорвать. Почти. Кто? Потом и вовсе все узнали о наших планах. Дома началась драка. Пока мы разбирались со своими проблемами, подкрался враг и подорвал центр нашей крепости и высадился в кратер. Через некоторое время напали и другие. Невидимка бегает, ребят. Чудным образом я высадил невидимку, да убил его, забрав тотем и алмазный сет на защиту 4. Прикройте меня, пожалуйста. Они пришли мстить нам за смерть своего товарища. Я был на грани потерять все, но тотемы и мои листья собрать и очень помогли справиться с ними. Сначала мы забили до смерти донатера, а уже после него набросились на адреналина. Я не успевал уследить за всем, что происходит вокруг. Едва мог отличить своих от противников. Сражались мы долго, и в этой бойне я потерял последний тотем. В конечном итоге мы смогли добить адреналина и подавили всех остальных. Думаю, это можно считать первой победой. А теперь микрогайд, как потерять свою фулл зачаренную алмазку за несколько секунд. Первое, ищем адреналина. Второе, выходим за стену. Третье, начинаем сражаться. Четвертое, прячемся за щитом. Пятое, и наконец умираем. После этих сражений мы встретились и обсудили перемирие. Временное перемирие. Бой, щиты к бою! Щиты к бою, ребята! Щиты к бою! Щиты к бою! Щиты к бою, ребят! Атакуем! Ребят, наступаем, наступаем! Наше главное преимущество, не забывайте, это количество! Гайте, все, что видите! Это же оружие на нас! Как тебе не стыдно? Молодцы, ребята! О, черт! Он бежит сюда! Кстати, хата сгорела. Погнали тэпаться домой. Ах да, у нас появилась новая база, и она, между прочим, подземная. Видимо, теперь это не наша база. Пацаны, погнали на охоту! Есть зажигалка? Посмотри, у нас донтасер. Ребят, не давайте ему захилиться. Это донтасера. Тотем, у него тотем, ребят. Добивайте, добивайте, добивайте. Добивайте. Ирка! Поймав хороший куш, мы рванули в портал. Там, выходите, 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 выходите. Все. В аду мы убили его еще раз. Как-то так мы и показали свое превосходство. Отправляю это видео другу и до встречи, жулики.